И всем привет, с вами Каиса. Я начинаю проходить Tomb Raider 1 Unfinished Business. Это дополнение, аддон к первой, к основной игре, в общем-то. Но этот аддон не просто так, это сюжетное продолжение, так сказать. Так, мы начинаем. Никакого дома Лары здесь нету. Так, начинаем. Новая игра. И мы в Египте. Снова в Египте. События, насколько я знаю, происходят после Tomb Raider 2. После основной игры. Лара вернулась в Египет. Но это никак не наспойлерит вам ничего. В общем, ничего вы не узнаете. Ну. Так, это, короче, не важно. Короче, мы в Египте. Но он слегка изменен. Да, давайте сохранимся. Сделаем первое сохранение. Да, кстати говоря, как у нас называется миссия? Посмотрим. А, возвращение в Египет. Она так и называется. У нас первая миссия. One Finished Business. Так, сейчас нам надо за секреткой допрыгнуть. Вот таким вот образом. Большая аптечка. Так, должна была заиграть музыка. По идее. А музыка не заиграла. Я не понял. Это же секретка. Так. Что за фигня? Музыка почему-то не заиграла. Странно. Так, я могу еще раз, конечно, попробовать. Но это секретка, блин. Так, тут у нас есть большая аптечка. Где музыка? Так, и нам показывают какую-то закрытую дверь. Так, ну ладно, что ж поделать. В общем, это секретка, ничего не знаю. Так, сейчас мы прыгаем в воду. Аккуратно, осторожно. Так, тут у нас крокодил плавает. Давайте его заманим куда-нибудь. Давайте вот сюда вот. Так, крокодил. А ну-ка, получай из пистолетов. Крокодил, ты где? Так, тут у нас еще парочка крокодилов. Ах ты гад, ты охренел что ли? Да, кстати говоря, я забыл сказать, что я тоже буду пробовать пройти на челлендж, пользуясь исключительно только пистолетами. Это ПК-версия, я еще не сказал. Потому что совсем, ну, относительно недавно появился порт на PlayStation 1. Вот, а это оригинал. Версия для ПК. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Патрончики для дробовичка. Замечательно, подбираем их. Так, больше тут ничего нету. Больше ничего нету, судя по всему.
Так, давайте здесь смотреть теперь. Что у нас теперь есть здесь? Здесь. Да, это знакомое вам должно быть место. Те, кто помнит. Так, патрончики я вижу. Я вижу патрончики. Подбираем их, конечно же. Да, что-то не нравится мне, что музыка не заиграла в первой же секретке. Ну да ладно, может ее зачли, а может и нет. Хрен ее знает. Так, выныриваем вот здесь вот. Так, теперь нам надо вот на этот куб забраться. Открывается где-то дверь потайная. Берем патроны. В общем, предлагаю я сначала выманить крокодила. Вот отсюда. Вот, сейчас музыка заиграла. Крокодил, а ты где? Тебя здесь нет, что ли? Так, мне нужно подышать. Должен же быть крокодил здесь, разве нет? Хм. Ну да, вот он. Красавчик. Расстреливаем крокодила. Готов. Так, тут на меня еще рычит. Да, дверка не закрылась хотя бы. И плывем сюда. Что у нас здесь имеется вообще? Патроны для ружья. Подбираем. Маленькая аптечка. Подбираем. Дальше чего? Патроны для ружья. Подбираем. А, здесь тоже же можно подышать, в принципе. Ну да. Тоже должно быть вам знакомое место. Затоплено оказалось теперь вот так вот. Так, вроде больше ничего нету. Все, плывем отсюда. Плывем отсюда. Так. Что мы делаем теперь? Куда нам теперь нужно-то? Я уже забыл. Так, а нам туда не нужно? Я вот не помню. Давайте попробуем. А мы сможем тут забраться, интересно? Да, забраться сможем. Давайте посмотрим. Что-нибудь, может, у нас здесь есть? Да, есть патрон для ружья. И все, больше ничего нету. Так, здесь у нас скат. Так, а на той ничего нет штуки, да? На той штуке ничего нет. Так, а где я еще не был? Мне вот интересно. Я должен был открыть ворота. Дай угадаю, я какой-то рычаг пропустил, да? Так, секундочку. Давайте еще раз посмотрим это место. Может, я все-таки здесь пропустил? Хм. Я плохо ориентируюсь в Unfinished Business.
Несмотря на то, что я его уже проходил. Немножко подзабыл. Конечно, оригинальную игру я лучше знаю. Так, где? Как мне открыть? А! Стоп, они открыты, что ли, уже? Тьфу ты! Точнее, тут открывать и не надо ничего. Плывем, короче, вот сюда вот. Так, у нас здесь пумы. Ах ты сволочь. Черт, надеюсь, не сильно она меня зацепила. Да, нам их еще сейчас предстоит расстреливать так из удобной позиции. Так, вот здесь, кажется, в оригинале был люк. Вот здесь вообще бассейн был. А вот этой двери вообще в оригинале не было. Нам ее предстоит открыть. Так, давайте посмотрим, может что-то тут есть? Нет, тут ничего нет. Окей. Давайте сюда спрыгнем вниз. Так, здесь у нас есть рычаг, у нас здесь есть. Вот оно. Этот рычаг. Давайте его дернем. Дергаем за рычаг. Дверка открывается. Так, выбраться отсюда только один способ. Залазим сюда и сальто назад. Так, и продолжаем. Куда мы теперь пойдем? А, стоять, мы отсюда кошек можем расстрелять. Наверху бешеная кошка бегает. Пума. Так, одна готова. Там еще ходит. Вот она. Еще две как минимум на... А, еще крокодил внизу плавает. Охренеть. Крокодил, откуда ты-то взялся? Так, расстреливаем этих кошек. Так, это готово. Осталось вот это вот расстрелять. Ну давай, давай. Готово, отлично. Так, а что у нас здесь вот конкретно есть? Ничего, да? Так, ну нам надо как-то вот с теми кошками расправляться. Наглые существа. Ах ты гадина. Ах ты гадина такая. Вот пошла вон отсюда. Черт, а? Откусили у меня. Так, одна сдохла. Где вторая? Кошка, ты где? Так, давайте сохранимся. Я что-то еще не сохранялся. Ну, пошла вон отсюда. Давай, давай, беги сюда. Отлично, готова кошка. Так, берем здесь маленькую аптечку. И здесь берем патроны для ружья. Окей, взяли. Так, ну это мы
нам не нужен. Так, бежим сюда. Собственно говоря, здесь у нас есть ружье, но я не буду его подбирать. А здесь что? А, вот мы за заборчиком как раз. Ружье мне не нужно. Так. Кошек я расстрелял. Куда прыгать? Зачем прыгать? Так. А вот там вот. Пальмы где? Да, я тоже не, опять не смогу пробраться. Видимо, не смогу. Так, ну ладно. Поплыли в ту дверь. О, кстати, патроны для ружья. Надо забрать. Да, идем в эту дверь, вот, которую мы открыли. Давайте посмотрим, что здесь имеется. Так, и сохранимся. Сейчас вроде кошка прибежит. Вон она бежит. Ну давай, кончайся, кошатина. Кошатина, кончайся. Ну ты где? Где ты ходишь? Отлично, сдохла кошка. Так, теперь спокойно бежим туда вперед. Смотрим, что у нас тут есть вообще. Ничего у нас тут нету. Так, а впереди у нас... Давайте сохранимся. Сейчас будет... Не очень весело, потому что внизу шипы. Да, вот там вот шипы. Там тоже, по-моему, скат ведет к шипам. Так, прыгаем на эту колонну. Аккуратно. Тут у нас еще есть дверь. Так, а что здесь? Здесь как раз шипы тоже. Не очень весело. Так, аккуратно прыгаем вот туда. Аккуратно. Тут тоже шипы. Надо аккуратно слезть. Так. Минуем. Все, уходим от шипов. И надо за секреткой еще одной сходить. Направо вот сейчас сразу. А, стоп, или это в начале, или это не секрет был, я вот не помню. Ах ты, черт, тебя подери, яма с шипами, напоролся в темноте. Так, ну ладно. Будем повнимательней. Так, идем аккуратно. Яма с шипами, значит, да? Ну, мы сейчас ее аккуратненько перепрыгнем. Так. Тут у нас еще одна яма. Тоже с шипами. Так, аккуратно слазим. Впереди у нас тоже яма с шипами. Так, открывается дверка. Заходим сюда. Секрет. Да, это секрет. Патроны для ружья есть. Еще патроны для ружья. Большая аптечка.
Так, и патроны к магнумам. Так, открывается дверка. Знакомое место. Давайте сохранимся. Так, теперь все аккуратно заново надо пройти. Аккуратно. Так, здесь у нас скат. Не шатайся ты так. Так, спрыгиваем вниз. Так, теперь нам надо налево бежать вот сейчас. На развилочке. Бежим налево теперь. Так, сохранимся. Здесь у нас кошка есть. Вон там, наверху. И она ожила. Мы ее спровоцировали, да. Кошка ожила. У нас на глазах. Так, есть ли где здесь забраться? Вроде бы есть. Надо бы ее расстрелять, вот, пока мы здесь находимся, чтобы она нам потом проблем не доставила. Так, ну где ты, кошак? А, все, сдохла. Кошка сдохла. Так, что нам нужно здесь? Идем сюда. Видим блок. Пока блок этот не трогаем. Давайте пока сохранимся. Тут у нас шипы. Аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Сейчас, по-моему, кто-то прибежит оттуда. Будет невесело. Совсем не весело будет. Вот зараза, кошка. Где она? Так, она меня здесь не может достать. Отлично, 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 отлично. Так, берем патроны для ружья. И аккуратненько сходим. Лара сама знает, ну... Если Лара идет на шипы его вот сейчас, значит мы не сдохнем. А если Лара останавливается, то... То нельзя. Так, давайте сейчас сохранимся. Сейчас, по-моему, что-то подлое будет. Откуда-то катиться. Ну да, камушек, конечно. Камушек скатился. Подлое существо. Так, у нас есть куда забраться. Второй этаж и выше. Так, вот здесь мы убили кошку. Да, хорошо, что мы ее убили. Меньше забот будет. Так, ну вот второй этаж нам вообще, по-моему, никак не нужен. Нам нужен третий этаж. Ну, повыше. Забираемся повыше. Так, а здесь кто-то бродит? Я вот не знаю. Так, здесь есть патроны для ружья, например. Стоять. Мы сейчас за очередной секреткой будем прыгать. Вот сюда. Так, вот сейчас я точно сохранюсь, потому что сейчас надо что-то такое сделать. О, там ружье лежит.
Это, наверное, потому что я его там не взял, что ли? Наверное. Как игра так быстро поняла? Нет, 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 нет. Лар, ты аккуратно будь, аккуратней. В общем, там надо куда-то прыгнуть, где можно стоять будет, блин. Вот здесь вот вроде можно будет стоять. Да, вот здесь можно стоять. Так, теперь прыгаем туда. Это как бы секрет. А, ну все, музыка в принципе заиграла, значит не буду я это ружье подбирать. Так, ну теперь надо и аккуратно спрыгнуть отсюда. Так, будет ли это аккуратно? Ну так. Ладно, сойдет. Так, и отсюда надо спрыгнуть аккуратно. Скатиться. Так, все. Закончили здесь дела. Три секрета уже как бы взяли. Может быть, я что-то путаю, и та в начале большая аптечка, это не секрет вовсе. Может быть. Так, сейчас отодвигаем блоки. Но мне почему-то казалось, что это секрет. Но может и нет. Так, толкаем туда куда-нибудь блок этот. Потому что нам надо сдвинуть, сейчас будет еще один блок. Вот этот вот блок нам надо сдвинуть. Сдвигаем его. И пройти уже за него. Ага. Так, а как я это сделаю? Забыл. А, или его вперед надо втолкать. Да, его вперед, по-моему, надо втолкать, а не на себя. Зачем я его на себя толкаю, когда можно вперед просто толкануть? Вот и все. А, еще надо. Ну, пожалуйста. Так, мы где-то оказались. Здесь ничего нету. Так, мы вышли к какой-то воде. Угу. Ладно, идем. Идем здесь. Так, что у нас здесь? Ага, пума еще одна. Ну давай, давай, беги сюда. Ключ, ключ. Расстреливаем ее. Так, готово, да? Так, тут пряталась еще одна. Прямо вот здесь пряталась. Сволочь. Так, а ну-ка покажись мне. Готово, есть. Так, надо взять ключ. Вот этот вот ключ. Бум-бум-бум-бум. Берем этот ключ, в общем. Так, нам показывают на кошку. Так, здесь где-то должны быть крокодилы. Давайте их найдем. Разыщем этих крокодилов. Ага, вот, уже один за мной плывет. Ну, сейчас мы его подманим на берег. Сейчас, сейчас, погоди, крокодил.
Сейчас тебе достанется. О, два крокодила. Два крокодила. Это же праздник просто. Так, отлично, расстреляли двух крокодилов. Давайте сохранимся. Так, и ныряем в воду. Тут у нас закрытая решеткой дверь, но здесь вот у нас есть проходик. Нет, здесь тупик. Здесь тупик. Здесь решетка. Значит, плывем здесь. Так, здесь можно плыть. Плывем, 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 плывем. Так, и надо подышать. Куда-то мы приплыли. Опа, крокодил. Ну иди сюда, гад. Крокодиле морда. Так, а здесь живут крокодилы, вот они. Расстреливаем их, наземные крокодилы. Так, берем патроны к магнуму. Вот, кстати, и магнумы лежат. Так, там еще должны быть крокодилы. А, вот. Пришел красавчик. Давай, давай, иди сюда. Где ты там? Застрял, что ли? Так, этот готов чайник. Так, надо вот этого крокодила расстрелять. Какого хрена он сюда приплыл? Где ты, гад? Ну, плывешь? Я думал, ты за мной плывешь, нет? А, вот, плывет. Все, попался. Так, там же еще должны быть крокодилы. Разве нет? Проверим потом. Ну, короче, здесь находятся магнумы. Мне они не нужны, так как я играю на челлендж. Так, теперь плывем отсюда. Кстати, надо в воде посмотреть, может быть, что-то есть полезненькое. Вкусненькое. Да, есть патрончики к магнуму. Вот они. Может, еще что-то? Еще что-то есть? Видимо, нету. Ладно, давайте выбираться. Так, теперь нам надо куда? Куда нам теперь надо? Так. По идее, нам надо... Так, туда мы допрыгнем. Допрыгнем. Так, кто-нибудь еще здесь живет?
Здесь была кошка. Ну, это пума. Так, здесь есть маленькая аптечка. Замечательно. Берем ее. И уходим отсюда. Больше здесь ничего нет. Так, теперь нам надо идти по мостику. По вот этому. Деревянному. Ну, идем по мостику. Идем. Так, есть где залезть. А, нет, не здесь, правее. Так, забираемся. Ух, еще крокодил. Крокодил, ты охренел? Ты там охренел, что ли? Он что, готов, что ли? А, он сдох. Охренеть. Так, у нас есть второй этаж. А есть еще выше, где забраться? Я вот хочу кое-что проверить. Так, можем забраться здесь, можем забраться здесь. А здесь-то зачем забираться? А, это чтобы упасть, что ли? Нет, спасибо. О, большая аптечка. Здорово. Так, хочу кое-что проверить, но прежде сохранюсь. Там есть, короче, ловушка, это дырка крокодилья. Давайте попробуем в нее скатиться. Чё, вас там прям так много? Две штуки же всего. Два крокодила. Так, это, из этой дырки можно выбраться-то, оказывается. Так, мы зачистили логово крокодилья. Оказывается, есть выход из этой дырки. Хм, я почему-то думал, что это... Так, а куда это выведет? К блоку? Вот оно как. Вот оно как, значит. Ну ладно. Я же играю еще и на зачисточку между делом. Так что пусть будет так. Аптечки я еще не тратил. Блин. Ах ты, черт. Давай, Лара, мостик этот нужен. Так, нам нужен все-таки второй этаж. Да куда ты? Блин. Не хватало еще сдохнуть. Здоровья-то мало. Ну ладно. Так. Забираемся здесь. Так, а тут у нас ничего нету. А, ничего тут нету. В общем, здесь у нас есть расщелина. Мы здесь сможем перелезть. Вот так вот на руках переползти. Переползаем. На руках вправо. Есть патроны для ружья. Кстати, я заметил, музыки никакой нету. Не играет. Никакая музыка.
Так, что здесь? А здесь у нас есть дверка. Так, у нас есть ключ. Золотой ключ. Открываем дверь. Этим ключом. Так, сейчас у нас будет забавное место. Давайте сохранимся. Расстреливаем пум этих. Валуны покатились. Вот гады. Ну где ты, пума? Не хочу я к тебе спускаться. Так, где-то внизу одна бегает. Там много на самом деле бегает. Надо всех их отыскать. Этих кошек. Так, ну давайте сперва разберемся с валунами. Потому что там у нас еще какие-то валуны должны покатиться будут. Ах ты черт! Блин, подстава. Подстава, да, понятно. Тут еще два валуна, тут один минимум. Ох, и тут еще покатится. Так, давайте. Пускай они все прокатятся, эти валуны. Сохранимся. Так, все там они скатились или не все еще? Здесь еще есть... Здесь больше нет. А тут? Тут больше нет. Замечательно. А здесь? И здесь больше нет. Все, разобрались с этими валунами. Теперь надо спускаться к кошкам. Пум-пум-пум. Так, вот отсюда можно их, в принципе, пострелять. Давай, давай, давай. Кошка, где ты? Где ты? Тут у нас патроны есть. Вот, еще одна кошка. Так, берем патроны для ружья. Вот здесь вот. А, блин, забраться-то так надо. Шаг назад. Бегает там, сволочь. Так. Окей. Вау, 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 чуть не упал, блин. Давайте вот здесь вот, отсюда их расстреляем. Так, одна есть. Одна кошка сдохла. Ну где вы, где? Кошки сраные. Убежала, сволочь. Давайте сохранимся. Вот отсюда. Я тебя сейчас достану, гадина. Ну, где же ты, где? Кошка. Готово. Так, она готова.
Так, сейчас же сожрет гадина. Расстреливаем ее. Повезло мне, что она меня не откусила сейчас. Так, ну где же ты? Готово, отлично. Так, эта кошка охраняла маленькую аптечку. Вот зараза. А, две маленькие аптечки охраняла. Окей. Так, этот проход мы посмотрели. Теперь давайте в другой проход сходим. Блин, там же кошка, да? Нет никого. Здесь рычаг есть. Маленькая аптечка и рычаг. Открываем ворота, там кошка. Да, и нам показывают почему-то вот это вот место. Ладно, давайте сохранимся. Может, она еще прибежит, эта кошка. Теперь пойдемте в ту сторону. Что у нас здесь имеется? Забор у нас здесь имеется. Там патроны скрываются. Так, где-то там еще кошка есть. Чертовка. Сдохни уже, сволочь. Так, вот здесь вот еще проход есть. Маленькая аптечка. Берем. Маленькую аптечку. Так, и бежим куда-то дальше. Вот этот темный проход. Кажется, тут еще кошка будет сейчас. Блин. Давайте я лучше сохраню сейчас. Есть кошка, да? Нету, что ли? Так, берем патрон для ружья, патрон для магнума. Да, здесь была здесь есть решетка на самом деле. Она же здесь есть. А теперь ее нету. Вот оно как происходит это все. Хитрым образом. Вот это не оживает, что ли? Не оживает. Хорошо. Так, теперь забираться будем. Мы открыли двери. Забираемся. Там вот кошка бегает. Где же ты? Где? Ну давай, покажись еще. Ага, готово, все, готово, молодец, киса. Так, а здесь у нас что? Тоже шипы. А вот здесь скат, что ли? А куда этот скат ведет? Не понял. Давайте сохранимся. А зачем он здесь нужен? А, тут ничего нет, да?
Понятно. Так, ну ладно, идем. Значит, мы в проход. Две двери на выбор. Причем. Ну, пойдемте в эту сходим. Так, и у нас здесь есть мостик. Кстати говоря, тут у нас решетки. Можем посмотреть уже отсюда, что там будет твориться впереди. Так, есть ли у нас что-то здесь? Ничего не вижу. Так, сейчас перепрыгиваем через шипы. О, вот там маленькая аптечка. Давайте за ней спрыгаем. Так, берем эту маленькую аптечку. Теперь обратно. Кошка. Ага, она показывает, что мумия есть. Там у нас мумии. В PlayStation версии в порте там были кошки. Мумий там подавно не было. Так, патроны для ружья. Еще патроны для ружья. Подбираем это все. Вау, сколько тут шипов внизу. Обалдеть. Там вода. Ну ладно, давайте сохранимся. Так, вон еще маленькая аптечка. Так, внизу плавает крокодил. Надо ему настучать, блин. По затылку. Так, крокодил, я тебя не достану отсюда. Даже не надеюсь, да? Так, интересно, а вот это вот скат? Там, где шипы. Наверное, скат. Я, конечно, попробую. Хотя нет. Не буду даже пробовать. Бредовая мысль. Так, вот там крокодил. Два крокодила. Окей. Так, уплываем от него. Что нам здесь нужно? Рычаг нам нужен. Подлечимся. Кошка все-таки. А, мне показывали мумию. Блин. Так, крокодил, отвали. Черт, всего сожрали, гады. Так, кошку я завалил. Крокодил. Заткнись уже. Все, завалили крокодила. Так, во-первых, патроны к ружью. Есть. Так, что еще? Там могло быть на дне. Ничего, что ли? А, серьезно, ничего нету. Ну ладно. Кстати, мы уже приближаемся к концу уровня. Так,
Так, я точно все хорошо смотрел. Ладно, все, вылазим из воды. Потратил, конечно, хилки, ну да черт с ними. Так, вот здесь... Да блин. Лара, давай, не падай в воду. Так, тут валуны вроде бы. Валуны скатились, маленькая аптечка, патроны к ружью. Ну да, такая там дыра. Так, этот валун куда скатился-то? Так, один упал в яму. Блин, тут шипы вообще. Да, тут шипы. Давайте сохранимся. Еще разок. Ах ты, читерская кошка. Так, завалил я ее. Отлично. Так, теперь поднимаемся сюда. Там у нас мумии должны быть, а не кошки. Да, вот здесь вот в PlayStation версии. Так, или кошки. Не, мумии должны быть, точно мумии. Да отвалите! Отвалите! Точно сейчас грохну. Пошли вон отсюда. Так, я сейчас туда запрыгну. Так, готовы. Сохраняемся. Да. Аптечки уходят. Так, нам вот это место, что ли, показывали? Вроде бы. Вроде бы да. Так, там еще две мумии. Или одна? Одна, наверное. Или две. Так, вот здесь крокодил есть. Под водой. Расстреливаем его. Так, что у нас здесь есть под водой? Маленькая аптечка. Берем. Это добро. Так, все. Теперь я хочу попробовать продемонстрировать путь до Узи, который находится за границами этой долбанной карты. Так, давайте сохранимся, потому что есть риск сейчас сдохнуть не раз. Надо с моста откуда-то прыгать. Эта мумия не оживает, что ли? Так, прыгать надо вон туда. Так, я лучше буду загружаться. Так, тут вроде еще должна быть кошка. Я лучше сохраню сейчас. И будет все нормально. Не, ну там граница карты, вот где бегает кошка, она там не может просто бегать. Я сейчас покажу вам, что случится, если я туда наступлю.
Вот смотрите. Лару сразу перекашивает. Поэтому не будем мы. Это тоже плохо. Это тоже не вариант. Это привело к следующему уровню. Так, где эти границы? Я их не вижу. Так, вот таким вот способом мы можем взять, добраться до Узи. Вот они лежат под водой. Но брать я их не буду все равно. Возьмем лишь патроны. Да, хитро спрятали разработчики. Ох. Кстати, я, по-моему, секретки-то все-таки все взял. Так, здесь лучше не ничего не выдумывать. Вот здесь вот. Надо просто забор перепрыгнуть. Вот так вот. Таким вот образом. Так, тут шипы находятся. О, патроны для ружья. Их я не взял. А, вот еще, кстати, пачка. Так. Ну и аккуратно проваливаем отсюда. Все, теперь точно все. О, кошка, ты откуда взялась? Ну не было ж тебя. А жила что ли откуда? Нет, ты куда побежала? Охренела что ли? Совсем? Да ты чё, блин? Где вот она? Ага, сюда бежит. Всё, сдохни. Так, вот идем к этой мумии. Погодите. Мумия ожила. А где она? Эй, игра, ты куда мумию дела? Что случилось? Мумия в текстуру провалилась, короче. Короче, ладно, хрен с ней. Где-то ходит. А вот где? А, она вниз упала, походу. А, вон она, внизу. Но здесь уровень заканчивается, так что я ничего не могу поделать. Да, все секреты все-таки я собрал. 3 из 3. Первая миссия пройдена. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей миссии. Пока-пока.